не успел улететь. Накануне в Борисполе одесские правоохранители задержали участника так называемой преступной схемы беглого олигарха Сергея Курченко. Задержанный один из бывших замов гендиректора Одесского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Веремеев. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал генпрокурор Юрий Луценко. Он назвал это серьезным шагом в деле беглеца-олигарха. По данным следствия, именно Веремеев помог Курченко уклониться от налогов за сбыт около 800 тысяч тонн нефтепродуктов. Госбюджет в результате недополучил свыше 2 миллиардов гривен. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы. Суд в Одессе сегодня избрал ему меру пресечения – арест. Впрочем, подозреваемый может выйти под залог в 15 миллионов гривен. Саме за даними слідства відповідав за фіктивний транзит через територію України Одеської області цих нафтопродуктів. Це все здійснювалося через завод нафтопереробний, потім реалізовувалися продукти, тобто це пальне, більш паливий бензин реалізовувався через фіктивні, а також підконтрольні їм компанії реальні. Це так називаємо, звичайно, схема Курченка. Напомню, вчера СБУ задержало ключевого фигуранта еще одного дела Курченко о хищении 800 миллионов гривен Нацбанка. Сам молодой олигарх и организатор схем Курченко 3 года в розыске. Во время революции достоинства бежал в Россию. В начале года Печерский суд заочно избрал ему меру пресечения – арест.